こんにちは、人間。私はアトムの先生です。よろしくお願いします。Ну что, товарищи, дальше идем смотреть, что здесь можно одолеть. You look exhausted. Выглядишь истощенным. Тайхен. Да, плохо. Я. Where is he? Тайхен. Да, не. Типа уставший. Разве не так? Окей. Нанда, вот что. How about I take the nap now? Как мне немножко поспать или переспать? Да, не. Плохо, не надо спать. Like, no, you go and sleep, иди спи. Whitney Houston is... Don't mind her. Не обращай внимания на Whitney Houston. Why I cannot sleep here? А чё я здесь спать не могу? Oh, I need Where is he? А где у нас этот самый? Август Сама. Poor girl, бедняжка. Генки Чанай, you're not well, тебе плохо. Нандеска. What's your name? Как тебя зовут? I wish you knew your name. Помогите, пожалуйста. Помогу. Держись. Hold on. So what's here? Так а что мне здесь делать? Oh, it's just where I can walk. А это просто показывает, куда я могу пойти. Окей. Сукарета, устал. Ун. I got 8 questions. У меня 8 вопросов. Take the quiz. Ну давай, пойдем. Okay, the word neko can mean cat and cats. Кошки и котик и кошки может означать neko. True. Yes. Japanese nouns, person, place, things don't have plural forms like English. Ну да, нету множественного числа. Все. Which can omae tachi mean? Что означает omae tachi? You and me, ты и я. You and your group. Ты и твоя группа. A and B. A и B. Омае. Ты и твоя группа. Окей, correct. Правильно. Yeah, touchy. That's a group. Это группа. Which can o... Омаэра. Means. Что означает омаэра? Oh, that was Play, mishit. Ну, неправильно нажал на кнопку. Which can oi shira means? Oi shira. Those guys over there, те ребята там. А, айцура. Айцура. That guy and his group. Тот чувак его. This guy and his group. Айцукан. That guy. Тот чувак. Yes, but then the bus A and B, I bear. Which can mean I'm a human, я человек. Нинген да. Оре ва нинген да. Ваташи ва нинген, я человек. All of the above, все вышеперечислено. Correct. Yeah, that's all the variants. То есть все варианты. Which command some quit. Прекратить команду. Ямете, ямете кудасай. Ямеру. 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 Yeah, correct, that's in order. Which says the fish you're eating is tasty. Рыба, которую ты ешь, вкусная. Корква ойши сакана. Коно сакана. Коно сакана ва ойши. Коно сакана ойши дес. All above, все вышеперечислено. Correct. Орева ойши сакана. Я. Correct. Эта рыбка вкусная. That fish is tasty. Yo. Article can signal that you... Yo частичка значит proving new info. Providing новую информацию. Feel strongly. Очень уверен. Seeking agreement. A and B. I B. Correct. Правильно. You're strong in position and new intel. Новая информация. Занен. Too bad. Надо mispressed. I had like really one error. Только одна ошибка у меня была. Потому что... другая я просто случайно нажал. Канала. Окей, which can... Oh my, Tachi, you and your group. Ты и твоя группа. Correct, правильно.
Now here was the pushing button. Тут ну, у нас неправильно даже. Ну, случайно. Омайра. You and your group. Ты и твоя группа. Correct. Правильно. Айцура. A and B. A и B, насколько я помню. Yeah, that was the only mistake. Это единственная ошибка была. Which can mean I'm a human. Я человек. Watashi wa ningen. Or all above. Все уже перечислено. Correct. I'm human after all. Я, в конце концов, просто человек. Which commands to quit? Ямеро. Правильно. Which says you're eating tasty. Рыбка вкусная, все говорят. Okay. The polite affect does. Ну, это вежливая форма. Yo. A and B. I feel strongly and proving new info. Новая информация, и сильно уверен в себе. It's 8 of 8. Йокуята! You did nice, ты сделал хорошо! Поступил очень хорошо. Okay, so where is... Okay, here is... Кай-чан, до, генки? Коре ва... Аугусто дес. Ауто... Аугусто... Ва бака яро дес. Ну что у нас? Вот август... Август дурак, вот как-то так. Ой, Кай, Сан, Доу, Генки, Кай Сан, все ли хорошо? Как хорошо? Is everything good, Кай Сан? Ой, Сукарета, tired, устал. Ну, так и думал. You had a long night, but you made it back. У тебя была длинная ночь, но ты таки добрался. It would be nice to have a long night with woman. Было бы хорошо провести эту длинную ночь с женщиной, а не какой-то непонятной херней, блин. Now, what did you learn? Что ты выучил? Nestor seems to know something about the day of the meteor. Nestor, кажется, знает что-то не про метеор. Он ты действительно. Yeah, but I'm not sure what. Да, но точно не знаю, что. Нани? Нани, what? And it could speak English. И кто-то может говорить по-английски. What did you say? Что она сказала? It said it had never heard of a day of meteor. А, монстр сказал, что типа никогда не видел, не слышал о дне метеорита. It didn't even knew that the meteor had fallen. Даже не знал, что метеорит упал. No, but, no. The strangest thing of all, what he said about humans. Но самое странное, что он сказал о людях. Say the human first appeared a year ago. Сказал, что это люди появились. Magica. Magic. Like, seriously, серьезно. Прикольно здесь. Вот, вот прямо Magica, это типа магия. Вот входит в тему вот магия перевести. Да, но это не магия, это у нас. Серьезно. I don't know. That's strange. Это странно. Speaking of strange, August sure seems weird today. Кстати, говорить о странностях. Август действительно сегодня странный. So, вот оно как. What do you think it means? Что ты думаешь, что... Вакандай, я не знаю. Yeah, he's really strange. Да, он действительно странный. But I do know that to get to the bottom of this, we'll need to learn more Japanese. Да, чтобы добраться до дна, как бы, до самого дна, нам нужно больше японского, твою мать, дна. So, how about I teach you special use of word abunai? Abunai, that's dangerous, это опасно. О, ну почему, давай повторим. Abunai means dangerous, да, и adjective, и прилагательное, for example. Abunai hito, that's a dangerous person, опасный человек. Abunai neko, a dangerous cat, dangerous ship, опасный кот, опасный корабль у нас. Everything is abunai, все у нас опасно. However, you can also use abunai to warn someone to watch out. Кстати, abunai можно использовать, чтобы кому-то предупредить об опасности. So if a monster is charging at me and I don't see it, you would say. Если будет у меня бежать монстр, ты прокричишь. Abunai, опасно. Вакарю, понял? Вакарю, что? Да, понял. Lastly, в конце концов. A slang or rough to say abunai is abunai. Можно еще сказать abunai сленгово, да. In fact, any adjective with a or i ending might be changed this way. Любое и прилагательное с окончанием i или oi может заканчиваться таким образом. How about some examples? Ну, примеры, например. Let's use examples you're already familiar with. Давай посмотрим на примеры, которые ты уже знаешь. Sugoi, suge, замечательно, замечательно. Клёво, типа такое, да.
То есть сугой это замечательно, а сугей это клево. Понял. Итай. Ауч. Ите это. Ай-яй-яй. Не, мне как-то так. Твою мать. Ну, то есть более как-то по-крутому вакарю. Понял? Вакаримашта. Да, я понял. Let's do a quiz before win. Давай протестирую, прежде чем закончим. Watch out. Как сказать об остерина? Абонай дайо. All over the ball. Все вышеперечислено, я. Sir BNC wrong, BC неправильно. А, и adjectives, да, и прилагательные, правильно. Abunai literally is dangerous, опасно. Which means dangerous person. Abunai hito, abunai no hito, abunai na hito. Abunai hito. Опасный человек, я. We don't need use particle. В этом, ну, с и прилагательными частички, но не надо никаких, потому что они как бы сами существительные, ну, содержат глагол быть. Now I've got one more. Еще одна штука. How would you like to know more about the word Daihan? Усталый. Ew. Хорошо, хорошая идея. И no, that's good. Daihan means terrible, awful, hard, difficult. Daihan означает ужасно, тяжело, вообще херово, плохо. Let's cover three usage. Три использования. First, synthesizing. Приветствие. Oh, oh, okay. Daihan donate. Hard. Сложно, разве нет? Perfect use, идеальное использование. Тайхэнэ, тайхэнэ. Ну вот это использование. Тайхэнэ. Окей, тайхэнэска, дэсне. Is it hard? Это сложно. Окей, we can use that. Like what, например? Если тебе осталось 6 месяцев жить, то ты можешь сказать тайхэнэ. Oh, that's bad. Это плохо, блин, не хочу такого. Но все возможно в этой жизни, к сожалению. Вакарю, понял. Second, второй. Тайхан also could sound as exclamation. Oh no, this is terrible. Ужасно, типа... I wet the bed, я намочил постель. Тайхан, это ужасно. Oh, much rum again. Ну, слишком много рома. З. I get up, your shift, твоя смена, пошел. Нафиг. What the heck, что за херня? Backbreaking one. I'm dead tired and my bed is soaked in piss. Твою мать, я 12 часов в смену отпахал, теперь возвращаюсь в моё... Это самое... в кровать в моче. Тайхендане, ну, соболезную тебе. Screw it, I'm too tired to care. Нахер это, я слишком устал, чтобы беспокоиться. Вакарию, понял? Вакарию, ну что? Said it finally. И наконец. Тайхан can be used as intensifier. Усилитель Тайхан. Ага, Тайхан ойщи, Тайхан ковай. Ужасно страшно. Тайхан ковай. Дес. Ужасно страшно. Ужасно мило. Тайхан ковай. Fully cute, ужасно милый. Тайхан ойщи, ужасно вкусно. Тайхан ойщи, о Тайхан ойщи. Тайхэнойщи, о, тайхэнойщи. Ужасно все вкусно, ужасно все хорошо, ужасно все. Просто все ужасно, вот и все. Really, okay. Серьезно. Понял, вакарю. Let's do a quiz, давай, протестируйте. It's rough, oh, тяжело. Тайхэнэ, тайхэнна, тайхэнна. A, N, B, I, B. A, правильно. Which mean awfully cute, ужасно милый. Тайхэн, квай. Тайхэн на кавай. Тайхэн кавай. Correct, правильно. Тайхэн кавай. And the last. We should be near the Royal Roost Island. So, мы приближаемся к этому самому, к острову королевского петуха. Королевских петух. I hope the royal flower thing is real, so we can save that girl. Я надеюсь, что королевский цветок настоящий, мы сможем спасти эту девушку. Ремо, me too, я тоже. Каваина. Она миленькая, разве не так? She's cute, huh? Ну да, yeah, I guess. Okay. You're also like her, тебе она тоже нравится? You like her? Чигао, все иначе. Хорошо, good. Айцуа Орено. She's mine, она моя. What do you mean, что ты имеешь в виду? She's my slave now. Она теперь моя рабыня.
Мне очень нравится она. She like, he likes her really much. Нани? Нани, what? Демоно. You've never even spoken to her. То есть я никогда даже не разговаривала. Вот я говорил, это я могу ее обожать, а ты не можешь. Вот как-то так. Yeah, I spoke with her, and like this is I'm who are like amazed with her, and you did not spoke with her. It's Koitsu. Эх, ты вот так. Русена, заткнись. You don't understand love, ты не понимаешь любовь. Oh, I understand. О, я понимаю. Извините, учитель, но... Суманай. Мне не... я не хочу извиняться. Суманай. I'm sorry, sensei, извини. Бакаяро. Суманай Бакаяро. That was how he answered. Вот так и бы ответил. Суманай Бакаяро. То есть, мне не жаль. Не извиняюсь, дебил. Но... Дай жопу, да. Давай сюда жопу. Ну, то есть, все хорошо. Everything good. Вы, кстати, вот для русских это опасно. Вот дай жопу, да, когда говорят, ну, вы так можете услышать от японца. Так вы подумаете, что он хочет вашу жопу, вот повернетесь и дадите. Это надо знать, что дай жопу, это просто все хорошо, а не то, что вы подумали. Вот. Омайва тайхен цукаретадару. Ты вообще смертельно устал? You're like terribly tired. Ну да-да. No wonder you're saying such stupid things. А мне удивительно, что ты говоришь такие тупости. Мэно сэй жанай. I'm not... You're not... It's not your fault, не твоя ошибка. Даре но сэй. Whose fault? А чья ошибка? Орено, mine, моя. I sent you to that crazy mission. Я отправил тебя на ту безумную миссию. Сенсей, учитель, please don't blame yourself, не вините себя. Дебил! I have to take responsibility. Мне нужно взять ответственность, after all, в конце концов. В конце концов, я же учитель. Ну, типа того. I'm like a teacher, so I need to have that responsibility. Какой... Август явно сидит на кокаине. Ему очень хорошо. Дословный перевод. Yeah, like, you know, kakoi, that means cocaine. So the August sensei, like, sits on cocaine and he's really fine. Now, let's see the translation. You see, I'm totally correct. Видите, что я прям, ну, правильно перевелся. I must go. Теперь надо идти. Учитель, а куда вы идете? Where are you going, sensei? Up to feel the wind in my bleached blonde hair. Наверх, чтобы почувствовать ветер в своих волосах. I'll be waiting for you, but я буду ждать тебя, но. Don't come to me until you know the word Honto. Не подходи ко мне, пока не изучишь слово Honto. Типа, на самом деле, если... Джане, бывай. I know the word Honto. А я знаю это слово уже. So, I can walk to him. Я могу к нему подойти. First I will save, но сперва сохранюсь. This would be quest with the spirit. Сейчас будет приключение с духом. Август. Учитель Август. Нарюходо. Нарюходо. I see, я вижу. In that case, I will teach you about words data and deshita. That's the past form. Это, по-моему, у нас прошедшее время. As well as kata form of adjective. Точно так же, как и kata форму и прилагательных. Сейчас у нас будет японо-катта. What? I said I learned honto. I've never heard of those words. Я сказал, я выучил honto, а не все эти слова. Дебил. Заткнись. Do you want lesson words? Yeah. Yeah, да. Let's repeat that. That's the past form. In Japanese. Это прошедшая форма в японском. Лучше как бы повторить. И дальше. К острову плыть. Data is a past form of da. Data это прошедшая форма da. Deshita is the past form of des. Deshita это прошедшая форма des. Kata is the past form of и adjective. А kata это прошедшая форма и прилагательный. Do you need brief refresher on da and des? Ну давайте da и des еще пройдем.
немножко, ну, как бы... First of Japanese period, вот у нас японские месячные, так перевести, да? So this is how the Japanese women feel when they have the period. Now I understand that. That's Japanese period, that's what it means, I guess. It works just like an English period. Oh, but looks different. Вот видите, то есть у японские месячные точно такие же, как английские месячные, только выглядят по-другому. Вот. Куда меня понесло? Вот. Не знаю, но перевод такой вот. Now, da and des are used to identify what something is. Da и des обозначают, ну, что что-то чем-то является. Consider following sentences. Например, в английском. I am Kai, you are Kai, he is Kai. So they are actually that represent the verb to be. Ну, глагол быть. Да. Или здесь слово быть существует. Can you believe it? Можешь поверить? Three different words that mean the same thing. Три разных слова, которые значат одно и то же. Yeah, yeah, yeah. And everybody says like English so easy. It is not easy. It is really hard. Like exceptions in every reading of the word. Freaking letters that do not read. At the beginning of the word, at the end of the word, like combinations of letters that represent different sounds, and like irregular verbs 12 times. English is really awful. The good, though the English has a good things, like short words. Yeah, short, non-changing words in time and person, that's really... The things in English that are good. В общем-то, ну что, ну по-английски я не буду повторять, да. Если знаете английский, то как бы поймете. Я об этом уже говорил. Thankfully, Japanese is much easier. Японский гораздо легче английского. Вот что вам нужно знать. In Japanese, you could use da or des in any of those sentences. В общем, da и des можно применять в любом из этих предложений, которые были приведены, но только ты вежливо говоришь это или грубо. So you either way you like speak that like watashi da, watashi des, so that's rough and casual and like nice style. Ну типа миленький стиль или жесткий. Kai da, я Kai. Yeah, yeah, yeah. Now with des, теперь касается des. Kai des, я Kai. And like Kai deshita, I was Kai, я типа был Kai. Коно, как сделал по... Блин, вот мне, знаете, что не хватает в этой игре глаголов? Вот серьезно, вот эта игра очень... Она лучшая по изучению японского языка, вот лучшая. Но не хватает глаголов, которые вот самые нужные. То есть, как говорить по-японски не показано, да? Как это самое... ходить там, садиться, да, ну то есть вот базовые 100 глаголов, вот этой игре не хватает, чтобы были вот эти базовые 100 глаголов, и вообще игра просто потрясающая будет, вот как бы так. У меня даже возникают мысли, если бы было бы время сделать на базе этой игрушки дополнение или модули, свою версию ролевой игры, где бы как раз вот эти 100 базовых слов объяснить и как бы пройти таким образом. Ну я бы хотел, чтобы разработчик выпустил вторую часть игры или что-то такое. Проблема только в том, что эта игрушка не принесет много денег. Вот, вот честно, потому что образовательные игры, их вот, вот я собираю на канале образовательные игры, все, которые есть в мире, да, у меня очень большая коллекция. На образовательные игры никто не приходит и не смотрит. Там один человек в месяц, это максимум, что. А вот на стратежки всякие много просмотров. Да. То есть, вот, если бы я не шел сразу в образовательные игры, а шел сразу в стратежки, у меня уже было бы 1010 человек. Да. То есть, гораздо более успешнее был бы, чем с образовательными играми. So, yeah, I'm speaking about educational games, and I really want a continuation of this game, a second chapter, where we actually learn 100 verbs to use, like the katakana, or the how the Chinese letters named, I forgot, like... katakana and... Okay, so the Chinese, actually, letters. That would be nice, but the problem is that game would not give a lot of money because educational games doesn't give a lot of money. It is easier to earn money with creating, like, ordinary games than the educational one. One important difference is des and da.
Except, I guess, the versions of new quests for the RPG maker, because those quests are not that fun. The only play, the only quest from RPG Maker I play is educational, and not the others. If there was no educational games on RPG Maker, I wouldn't play that at all. One important difference is одна важная отличница Death and Death и Da. There are you can watch on my channel few educational games. Кстати, можете посмотреть на моем канале другие игры по японскому. So I have like the Learn Japanese to Survive series, kanji, katakana, hiragana versions. I have Love Language Japanese. I have Rogmaji Adventure. That's really nice. Nihongo Quest N5. I have. Like, this is quite nice game. So, six about of them. Yeah, like, almost... Oh, so there should be, would be a dozen Japanese learning games on my channel. Cool. Что-то у меня уже на канале будет под десятку игр по изучению японского. Ну, шесть из них классные, остальные такие херовые. So, because those six I named, that's like a good Japanese game. The others are awful. For example, the freaking... Oh, I will not speak about the bad games. О плохих играх не буду говорить. Let's look at some examples. Посмотрим на примеры. Нандата. Нанда. What was it? Что это было? Некодата. That was a cat. Это было... Это самое дерьмо. Коно кусо некодата. То дерьмо было кошачьим. Даредата. Who was it? Кто это был? Некодата, that was a cat, that was a kai, ah, это был kai image. Демодата, дамедата, that was useless, это было бесполезно. Бакадата, that was stupid, это было глупо. Дешта means the same as data. Дешта то же самое, что data, только des. So you can swap дешта for data, дешта на data. Можно поменять Xiaomi, please, покажи, пожалуйста. Нандата. Нандешта. What was? Что было? Некодешита. It was cat. Была кошка. Дареба... нет. Дарега... Дешита. Who was that? Кто это был? Кай дешита. That was кай. Это был... Демо дешита. Даме дешита. That was useless. Это было бесполезно. Бака дешита. That was... Окей. Понял. Покорима, что я понял. Now let's talk about e-adjectives. А теперь и прилагательных поговорим. How do you think you casually say it was scary? Как скажешь, что это было страшно? Kawaii deshita. Kawaii data. Kawakata. Kawakata. Ну да. You make casual platform e-adjectives following. Ну, то есть, и прилагательные у нас заменяются на катта окончание. И scary, kawaii это страшно, kawakata that было, was scary, это было страшно. How do you make it polite? А как вежливым? Is it just a death? Ну, можно еще death. No, this is like too... You don't need to like make it polite or something like that. That's more confusing. You need just to speak about here, like here you how you make e adjective in the past form, and do not explain that actually you can add also des, because this is not understandable. And when I've completed the all the lessons first time, I did not memorize the majority of them, and only now when I'm repeating, I'm actually memorizing them. And can use. Ну, знаете, вот я скажу такой эффект. Первый раз, когда я проходил все эти правила, они у меня не запомнились совершенно. А вот сейчас, когда я второй раз прохожу, вот теперь они запоминаются. То есть, как бы, первый это знакомство, а второй раз уже как бы вспоминается. И именно, понимаете, в чем смысл? Смысл не в том, что мы вот ознакомились сразу, потом что-то повторили. Нет, оказывается, почему-то реально эффективно так ознакомиться. Потом какое-то время проходит, ты ознакомливаешься дальше, дальше, дальше и возвращаешься к этой теме. Это быстрее и эффективнее, чем если вы будете пытаться усилием воли запомнить за один урок без перерыва вот эту информацию. Не знаю, но оно как-то так работает. С перерывом оно запоминается легче и лучше. With a pause it memorizes faster and better. Sorry, in my case,
This just makes the sentence more polite. Ну, в моем случае, this делает просто предложение более вежливым. Что ты имеешь в виду? Quiet doesn't really mean scary, it means I'm scary. Ну, то есть я страшный. Want to see more examples? No, thanks. Нет, спасибо. You got it. Ну, ты очень понял. Wait, what about verbs like equal, call? А что насчет глаголов типа equal, как прошлое делать? Yes, but we won't cover that in this adventure. Да, но мы не будем заниматься вопросами, этими вопросами в данном приключении. Let's do a quiz. Давай пройдем тест. Which mean how was it? Как это было? Do data? Do deshtaka? Do data? A and B, I, B. Yes, but answer A and B, I, B. True, повторить. Do data, how was? Как это было? Do deshtaka? That's a polite form. Вежливая форма. Which means it was a lie, была ложь. Усо дата, усо дешита, усо ката. No, that's A and B, I am correct. Okay. Which means it was scary, было страшно. Квай дата, кваката, кваката была. Sorry, you must drop. Кваката, yeah, but this is true. Кваката. I misread, я что-то неправильно прочитал. Оу. Асоко ва мите. Эй, смотрите. Эй, look. Шима дайо. That's an island, там остров. Кирей на Шимо. Кирей. Кирей, я не помню, как переводится. Какой-то остров. A lovely island. Милый остров. Нантум су Кирей. Не такой милый. Хонту на кирей да йо. Реально милый. Like, really, it's pretty. Суге клёво. Ха? Нанда? Чё? Вот, something is coming this way. Что-то приближается сюда. Айцуа нанда? What the hell is that? Что это за хрень? Абунай, опасность. Говно. Тайхенда. This is terrible, ужасно. Man overboard, человек за бортом, таскайте, помогите. August Kai, get in the longboat, head for the shore and find that bird nest. Kai и August, на это сам, грузитесь на лодку и отправляйтесь, что-то за хрень прилетел. I'd bet anything that where the royal flower will be. Я говорю, эта тварь знает что-то про королевский цветок. Yeah, I guess like that. Where we are, sensei, где мы, собственно, учитель? Looks like a massive sandbars around the island. Похоже на массивные пески и остров. So this, ну да, типа того. We'll have to wade into shore, grasshopper. Кузнечик, надо дальше на берег идти. I понял. Okay. Hey, Nani Sure, what was that? Что такое? Петух, that's the rooster. Йо-вай, it's a weak animal, слабое животное. Эй, петушок, hey, rooster. What are you doing out here? Бой, что ты делаешь здесь, чувачок? Хороший чувачок, да? Ты. Это, ауч. Итак, он меня клюнул. Какой-то твою же мать. Остановись. Матакуру. He comes again. Он снова нападает. Абунай, опасность. Ааа, блин. Твою мать. О, выродок. Да прекрати ты, долбанный петух. Таскете, помогите. Учитель. Тайхен, это ужасно. Я помогу тебе. I will save you. But that's in the next episode, not the следующем эпизоде. Дай дзэнг пэньо мэн. Джа мате отаку. Джа мате нинген.